А мне уже начало нравиться это место. Какого хрена ты тут ошиваешься? Я тебя спрашиваю. Просто проходил мимо, мэм. Ищу Билла. Откуда ты знаешь Билла? Работали вместе. Ты что, ищейка? Был раньше. Ну так. Вот что я думаю. Если бы ты мог доставить мне неприятности, ты бы уже попытался. Да, мэм. Ну ладно. У меня в духовке хороший кусочек крота запекается. И я не прочь поделиться, если обещаешь не доставлять мне хлопот. И продолжишь быть вежливым. Ну как? Итак, приятно иногда поболтать. В наших краях весьма тихо. Соседей, конечно, не хватает. А тебе? Чего? Тебе не хватает общения? Общества людей? Или ты одиночка? Сам по себе? Да нет. Мне все нравится. Мне не везет на хороших людей. У тебя что, нет друзей? Нету. Похоже, разговор у нас об этом не завязывается. В общем, давай перейдем к делу. Я так понимаю, что ты не сидишь на окладе. Ты ищешь, как бы подзаработать. Нет. Я из МКР. Отлично. У меня к тебе деловое предложение. Нет, спасибо, мам. Я не ищу себе нанимателя. Я могу о себе позаботиться. Вот поэтому я к тебе и обращаюсь. Мне нужен тот, кто может о себе позаботиться. Послушайте, я благодарен вам за гостеприимство и еду, мэм. Но я не ищу работу. Тебе когда-нибудь приходилось кого-то разыскивать? Кого-то дорогого тебе? Я давным-давно плюнул на это дерьмо. Ясно. Ты можешь остаться на ночь, но если ты не собираешься мне помогать, утром тебе здесь быть не должно.
Я же сказала, чтобы ты уходил, если не собираюсь помогать. Это все, что у меня есть. А это все, что мне нужно. Это моя дочь Бекка. Она была совсем маленькой, когда мы здесь обосновались. Бродяжничать очень тяжело, и мы подумали, что это слишком опасно для маленькой девочки. Мы решили, что никто из нас даже не заметит. Но мы ошиблись. Рейдеры нашли нас. Они поймали Билла. Они перерезали ему горло, пока мы смотрели. А потом они перерезали весь наш скот. Все было в крови. Мы пытались бежать, но они нас поймали. Я держал ее. Я не отдавал ее. Но они... Они избили меня. Избили. Когда я пришла в себя, Бекки уже не было. Мне пришлось нелегко. С тех пор я собирала эти крышки. Ждала кого-нибудь, кто поможет мне ее найти. Убивала каждого рейдера, которого увижу. Думаете, она все еще у них? Ну, прежде чем умереть, они сказали, что была. Они говорили, она рабыня. Продали кому-то и больше не видели. Какой шанс, что она еще жива? Вот тебе на расходы. А вот это особенное. Только не потрать ее на пиво и шлюх. Храни ее. Покажи нужному человеку, и она может тебе помочь. Эй, путник! Эй, давай, подходи, не стесняйся. Чем я могу тебе помочь? Я ищу девчонку. О, ищешь девчонку? Да. Нет, я таким не торгую. Поверить не могу, что ты спрашиваешь. Но у меня есть винт. Еще у меня есть... Да не любую девку, а вот эту девчонку. Ее зовут Бекка. Бекка? Да, да. Не, я ее не знаю. Не знаю. Но я знаю толк в торговле. У меня есть скипидар. Черт. Мне не нужен скипидар. Тут у меня еще был... Это для тебя что-то значит? А ну-ка убери. Здесь нужно быть осторожнее. Кругом полно плохих людей. Опасных людей. Они убьют тебя за нее. Иди в ту сторону. Дойдешь до торговой точки, спросишь Баркера. Спроси Баркера и покажи ему. Может, он сможет тебе помочь. Иди уже.
Быстрее! Добро пожаловать на нашу торговую точку. Меня зовут Баркер. Чем я могу вам помочь? Неплохо стреляешь, ковбой? Спасибо, конечно, за помощь, но мы с моим другом можем и сами о себе позаботиться. Всегда справляемся. Ты давно здесь? Мы работаем здесь уже многие годы. Следим за порядком, чтобы все было окей. Давным-давно, когда пыль и ржавчина стали подтачивать мои шестеренки, мы с моим другом поселились здесь. Мы решили, что сможем тут организовать неплохое дельце, если можно так выразиться. Я пытаюсь найти эту девчонку. Поднеси поближе, эти старые сенсоры уже не те. Нет, что-то не припомню. Она может быть рабыней. Да, такое возможно. Ее могли продать. Да, такое тоже вполне возможно. Ты вообще не особо много знаешь, да, Паркер? Точно, я вообще ничего не знаю. Ай, да какого черта? Был тут безумный легион. И с ним человек по имени Леон. Его выгнали из легиона Цезаря, когда стало понятно, что он не преданный служитель. Его оставили в живых только потому, что его покровитель – высокопоставленный легионер, и потому что он жестоко убивал любого, кто вставал у него на пути. Он убивал всех, кого знал, и брал в рабство любую молодую женщину, которую видел. Бека была одной из них. Она служила ему, пока не попала в немилость. И была заменена другой прекрасной девушкой. Беку продали человеку по имени Бизон. Больше ее никто не видел. Где мне найти этого Бизона? Его нелегко найти. Он все время передвигается, направляясь на запад к тем горам. Последний раз его видели там. Где-то там. Как давно? Баркер. Добро пожаловать в нашу торговую точку. Меня зовут Баркер. Чем я могу вам помочь? Дерьмо. Возьму немного воды и коробку патронов 45-70.
Не кричи. Подойди. Все в порядке. Послушай. Да. Можешь забрать. Но отпусти меня. Спасибо. Я должен доставить тебя домой. Тебе нужно к врачу? Нет, как-нибудь переживу. Что с остальными? Они остаются. У тебя была мамина крышка со звездой. Она послала тебя. Она еще жива? Была, когда я уходил. Ей очень тяжело, но я уверен, с ней все хорошо. Как ты меня нашел? Мы работали с твоим отцом. Она рассказала мне. Соболезную. Он был хорошим человеком. Он бы нашел способ спасти всех остальных. Они не хотят быть спасенными. Бизон был хорошим хозяином. Никогда не обижал нас, кормил, защищал. Они с ним так долго, что не знают другой жизни. Ему не нужно их принуждать. У них разве нет семей, родных? Все осталось в другой жизни. Ни семей, ни любимых, ни грез. Бизон, все, что у нас было. Надо поспать. У меня был тяжелый день.
Спасибо, мэм, но они мне не нужны. Я сам могу о себе позаботиться. Ну ладно. Тебе не обязательно уходить. Я не люблю засиживаться. Тебе всегда здесь будут рады. Спасибо. Это винтовка Билла. Он бы хотел, чтобы ты ее взял. Так куда ты идешь? Я должен кое-кого найти. Пора идти.